Мы должны его найти. Ты понял? Да. Простите. Я из Интерпола. Мне нужно задать вам несколько вопросов. И что вам нужно знать? Что нужно, то я узнаю. Не тяни руки, не то протянешь ноги. Отпусти. А то что? Он исчез так быстро. Что с тобой? Ничего страшного. Ерунда. Минутная слабость. Но я хочу тебе помочь. Нет, не стоит беспокоиться. Вы действительно хотите мне помочь? Да. Что нужно сделать? Я сейчас скажу. Вам что нужно? Не забыла? Мостик, переход. За это и получишь сейчас. Итак, ученики, мне скоро придется уехать на некоторое время. Прежде чем я уеду, я хочу убедиться в том, что вы хорошо усвоили мои уроки. Слушаемся. От девчонок толку нет. Стойте. Что-то здесь не так. Эллен, ты можешь показать, как надо делать? Да. Хорошо. Попробуйте. Вы двое. Хорошо. Теперь испытаем тебя. Нет никакого толку от него. Испытаем тебя. Вставай и сделай еще одну попытку. На сегодня достаточно. Всем вам нужно... Fuck out.
Какой цвет идет Феррари? Зеленый, белый, черный, синий, желтый, а может красный? Отличный цвет. Не будь она краденой, я бы не стал ее перекрашивать. Это не ваша машина? Кто вы? А вы кто? Я здесь хозяин. А я детектив, вы арестованы. Взять ее. Живо, живо. Босс, кто это? Он еще спрашивает. Ты дежурил у двери, а Фараунша прошла через нее. Посмотри, нет ли снаружи еще кого. Убейте ее. Что-то там не то. Я пойду посмотрю, а вы будьте наготове. Есть, сэр. С дороги. Ах ты, сука. Что? Радуйся, что ты еще жив. Хорошо, что вы не упали, мадам. Но если бы вы... То что? Я не знаю. Где Куяма? Кто вы? Мисс, вам нельзя туда? Вот стерва. Взять ее. Избейте ее. С тобой все в порядке. Отойди. За ними. Бежим. Быстрее. Без паники. Если ступенек четное количество, это к добру. А если нет, к худу. 36, 37, 38. Все отлично. Ты, наверное, обсчитался. Это твоя машина? Нет, я ее уже продал этой даме. Убейте их обоих. Опять ты? Нет.
За что? Ты тронул меня за грудь. Что это? Грудь. Привет. Будем сотрудничать, маньяк. Не называй меня больше маньяком. Бежим. Вот ты и попался. Ничего, прорвемся. По-твоему, что это? Грудь. Помогите. Помогите. Снова хочешь меня ударить? Ты что, криков о помощи не слышишь? Посмотри, кто там. Слушаюсь, сэр. Ну что же ты? Так ты плавать не умеешь? Текила, текила. Вы не можете спасти мою девушку? Она не умеет плавать. Что ж ты сам не спасаешь свою девушку? Я тоже не умею плавать. Ну давайте же. Я тоже не умею плавать.